Да? Так, что делаем? Запускать тебе Дискорд? О, хочешь, давай. Господи, как страшно. Короче, ребят, смотрите, у меня что может выпасть. У меня может... Сегодня будем, короче, использовать контракт наугад. 430 рублей тратим. Консолью. Да, потому что это страшно смотреть так, просто так. А, короче... Стой, подожди-ка, ты статрек решил еще кинуть? Да. Свой именно? Тот самый? Какой тот самый? Нет, я его взял. А, ты его взял? Тот у меня остался. Ну, это поношенное, это после полевых испытаний, потому что качество. Ну, специально немножко убрал, чтобы видно было. Так. Это будет нарезка из двух контрактов. Я в шоке, блин, просто. Ну-ка, стой. Так, какая коллекция? Коллекция из хроматического кейса номер 2. Это калаш. В смысле калаш? Там не было калаша. А может и калаш? А пох... О, Фома, здравствуйте, Джин! Фома, Джин, блядь! Ну чё за херня? После полевых испытаний. О, фиолетовый, кстати. Он последний. Давай посмотрим, он дороже будет, скорее всего. Ну, 100 рублей, возможно. Ну, 200. О, смотри, дороже 1000 выходит даже. А ну-ка. Не знаю, не, вряд ли. Здравствуйте, вы выиграли. Вот это уже здравствуйте. Так, подожди-ка. Ты на Фомасе на 135 рублей плюс тут... Сколько ты тут потратил? 431 рубль контракт стоил. Ну, ты на 100 рублей в плюс. Ну и пофиг. Нормально. Нормально, красавец, красавец. Теперь моя очередь. Сейчас перейдем. Так, давай. Давай. Я, как придурок, решил сделать вот что. Я решил слить все до последнего, и все африканские сетки АВП, некоторые закаленные в боях, некоторые поношенные. Ага. Мне не хватило. Странно, почему? 4, 8, 9, 10, 11, правильно? Ну да. А почему у меня не высвечиваются? Во, они высветились, наконец-то. Там хоть себе какой-нибудь пиздатый с наклейкой себе оставь. Тут нет ничего. У тебя там остался один с наклейкой. Да? Отлично. Тебе подарю. Ага, отлично. Так, нам что может выпасть? Синий кварц, кстати. Синий кварц — это самое беспонтовое, что может выпасть. Хуета. Демонтаж. Какое качество хоть? Ну, сейчас посмотрим. Я просто решил так сделать и прикольнулся. Ой, какой классный. Даже не статрековский. Давайте, ваше предположение, сколько стоит демонтаж? Блять, он опустился! Немного понож. Это еще садик. Нахрен что? Как ты думаешь, почему он такой? Скорее всего, это, как ты говорил, шипотреб, да? Но. Похоже на то. Я на 40 рублей в минусе. Блять. Главное, ребят, вовремя остановиться.